Четыре человека погибли, еще 20 получили ранения в результате взрыва на одной из оживленных улиц столицы Ливана. Сильные повреждения получили близстоящие дома. Загорело несколько машин. По предварительным данным, теракт совершил смертник. Он подорвался в заминированном автомобиле недалеко от здания политбюро ливанского шиитского движения «Хезболлах». Сейчас район происшествия блокирован полицейскими. Начато расследование. К слову, это уже вторая атака террористов с начала года. 2 января в результате мощного взрыва погибли 4 человека, около 70 получили ранения.